Доброго всем времени суток. С вами канал Технологии из гаража. Я Алексей. Сегодня сделаю повторную съемку запуска левитационного диска, потому что первое видео YouTube забанил, потому что много пользователей что-то пожаловались на него. И YouTube решил забанить. Но это, конечно, жаловались не пользователи, а нефтяные компании, которым что-то не понравилось. И сегодня я решил повторный сделать полет, совершить повторный эксперимент и объяснить некоторые нюансы, которые критиковали в моих прошлых роликах. Хочу объяснить сразу. Вот все это, если запихать в диск, то получится полноценная автономная модель. Здесь мы рассмотрим, идет качер и коробка с ТДКСником высоковольтная. И тут отдельно идет питание на каждое, на качер отдельно, на ТДКС отдельно. Поэтому приходится иногда снимать клемму с аккумулятора, чтобы отключить ТДКС-ку. Во времена сильного перемагничивания происходит завал параметров и тарелка падает. Как у меня было в самом первом моем видео. Потому что я не учел этого момента, что намагниченность дисков, она на определенном моменте дает сбой параметров. И поэтому время от времени приходится отключать ее. Второй момент, который у меня просили, это помахать палкой, да, сверху, вокруг обойти и прочее. Но саму посадку и момент я буду снимать в несколько этапов, потому что взлет получится очень долгим, но не смогу поймать его, потому что мне приходится долго навозиться с настройками, приходится где-то тут, знаете, полчаса или минут 40 так где-то возиться, настраивать параметры, и получится немножко затянуто. А вот саму посадку ее просто отключить один из блоков, и все, сразу идет завал параметров, и схема начинает уже работать не так, как надо, и диск падает. Ну, он шлепнется с большой высоты, так что придется пожертвовать схемой. Сама она, как видите, у меня не очень-то надежна. Удалось мне достать вот этот металл, единственный, что, который дает вот этот левитирующий эффект. Как обратите внимание, у него структура, как у подкрылки жуков, да? И при вращении он создает такой вот резонанс поля, который создает этот эффект раздвигания эфира. Сегодня попробую сделать его более, так сказать, зрелищно и доступно. Если еще раз тут YouTube удалит, я сохраню видео, перезалью, если кто-то будет жаловаться. Что интересно, что мне даже стали угрожать даже пользователи. Я вот, честно говоря, сам удивился. Мои подписчики, которые некоторые, стали мне угрожать. Я, честно говоря, удивлен. В шоке, ребят. Ну ладно. Посмотрим, что из этого будет. Итак, я пошел настраивать диски. И второй эксперимент по левитации диска начинается. Ну вот, запустился. Сделал я некоторые настройки. Сейчас она на таком расстоянии пока будет. Дальше провода не пускает. Сейчас вы видите, я покажу вам кое-что. Смотрите внимательно. Диски идут. Видите, три провода идет. Высоковольтные от качера и питание дисков. Сейчас вам покажу, что там ничего нету.
А сейчас попробую немножко перенастроить, чтобы повыше поднять. Минутку, придется повозиться. Ну вот, взлет у меня в полном объеме не получился заснять, но посадку сейчас увидите. Для этого достаточно отключить ТДКСник. Клемму с аккумулятора снимаем. Здесь он питает, здесь вот три разных питания. Отдельно на качер, отдельно на вон те диски, которые вращаются. А вот этот аккумулятор питает только ТДКС-ку. Снимаем клемму. Сейчас диски размагнитятся. На какой-то секунде они упадут. В прошлом видео, первый мой полет, когда я использовал, они упали. Сейчас я вам увидите более подробно. Сейчас на каком-то срыв будет. Все. Долбанулось. Не знаю, повредился он или нет. Но только чисто из-за пожелания подписчиков. Хотели посадку. Взлет не получился, но ой. Ничего, вроде не сильно не пострадал. Ну ладно. Ну что, маленькая, но победа. Осталось только решить проблему стабилизации полета и горизонтальный полет. И все. И можно уже будет летать. Ну, если к тому времени меня YouTube не грохнет. Не YouTube, а сильный мира всего. Ну вот. Если удастся все это разместить сюда, то значит можно уже делать попилац. Вот здесь вот диск. Здесь нужно разместить и здесь. И посередине кресла пилота. Если такие три. Я еще посмотрю, как проходят границы. Если они совмещаются и друг друга не нейтрализуют, то может, значит, уже делать полноценный корабль. Вот, друзья, если вам понравилось видео, поддержите, пожалуйста, канал. Пересмотрите мои ролики и кликните на рекламу. Это вам ничего не будет стоить, но вы сами не представляете, как вы мне сильно поможете. Если я насобираю деньги, я сделаю более такой аппарат, который может поднять человека. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Алексей и канал «Технологии из гаража». Чистого неба и высоких стремлений. Пока-пока.